Итак, всем привет. Кто с нами, кто не с нами. Кто будет, кто еще раз будет. Стримим сегодня рабочую рутину. В частности, верстка календаря, карманника. Это один из пунктов одного большого заказа у меня. Вот решил его застримить. Пусть будет. Может быть, еще будут какие-то работы, которые я буду верстать. Может быть, будет интересно. В любом случае, можно залипнуть. Кому интересно, над моими потугами в этом календаре. Первоначальные концепты уже есть, они разработанные. Сейчас буду собирать из кучки все, что я обговорил с заказчиком в свое время. Заказчик у нас центр Антиспид Магаданский. География заказов ширится и ширится. Воронеж, Термагадан, Форева. Магадана у меня еще не было. Поехали потихоньку, помолясь. Включена демонстрация экрана, будете видеть все, что у меня происходит, в принципе. На рабочем столе, в том числе и чат. Мне так удобней видеть его здесь, в окне, чем пялиться в него второй монитор. Погнали. Вот такой вот набросочек у нас есть уже. Сейчас, минутку. Такой концепт вполне устроил заказчика. Начнем с этого. Со всего. Сеточка календарная у меня уже есть. Но у меня... Где она у меня? Она у меня в Новосибирске. Ла-ла, Хабаровске. Привет Хабаровскому МЧС. Очень интересный был заказ. Такое предложение у нас сброшено. Сейчас будет долго упорно открываться, потому что открывается у меня все это. С файл сервера идет, файл сервер у меня притормаживает как может пока. Плюс тяжелый файл. А скоростушку не ахти с этого файл сервера. На локальный пока не перекидываю, откуда работаю, дабы сэкономить место на SSD-шнике. Буду я пытаться этот вопрос решать в скором времени, надеюсь, как появится какая-нибудь тайга. Шрифты я не доставил, но в смысле того, я их не активировал. Все по ходу. Машина новая, вот эта у меня, и, соответственно, сами исходные шрифтов стоят, но через фонт-навигатор я их пока не подключал. Они мне пока не нужны, мне нужны вот эти вот цветки. Или даже вот эти вот цветки. Хотя, тут у меня на вертикалочке переверстано. Сейчас я их отсюда сдерну и буду это дело как-то пытаться упихать в карманник.
just assumes I play the part. По сути, работа несложная, но много мелочей, на которые следует обращать внимание. Сейчас чего-то будет не садиться, придется что-то подгонять. В общем, с нуля считайте, что сейчас верстается все. Есть только лишь задумка, стилистика, стиль, макет и так далее, оговоренные с заказчиками. И мышь будет глючить, если заметили, выставил я поприбедняться, набрать, может быть, какую-то сумму на новую мышку. Она пока это дышит еще, но уже приказывает долго жить. Запасная у меня была, я ее сейчас использую. Но она совсем тоже уже не ахти какая. Была у меня нормальная мыша до той, которая сейчас у меня находится, уже которая тоже дохнет. Нет, там сдохла кнопка на среднем колесе мыши, что очень неудобно. Пытался ее как-то реанимировать, не стал ее перепаивать, кнопки такой нету. В донорах мыши этой кнопки были не такие. В общем, беда. А у этой подглючивает двойное нажатие, или бахает двойным нажатием на нажатие ЛКМ. Или вообще не прожимают, что крайне бесит. Да, купить я хочу Logitech взамен первой моей сдохшей, у которой сдохло среднее колесо. Так, исходник, фотки. Он у нас здесь, он у нас. Это Photoshop, господа. Это моя мусорка. Она же файл сервер. Здорово, Антох. Чё там, ведьмака своего отстримился? Ну, не знаю, может быть, когда-нибудь я его покатаю. Я все порываюсь Long Dark покатать в стримах, но я пока не дошел сюжетку, просто чтобы хотя бы знать, быть к чему готовым, потому что сюжет там поменяли. Чё там с громкостью? Нормальный голос музыки. Ссылки на донат нету. Да ну. Сейчас впихну, подожди, должна быть. Да, действительно, ссылки нету. Непорядок. Я закрыл экран целый, пока заставка перерыва.
Антоха распугал мне весь, почти весь интернет. Так, меня там слышно, интересно, слышно. Не выдерживает у меня пилот сетевой почему-то, именно на стримах только. Придется этот видос клеить. Все-таки. Итак, на чем мы остановились? Остановились мы на том, что я картинку искал. Плакат, депозит, вот он, скорее всего. О! Наверное, надо вот сюда вот отодвинуть, иначе донат не будет виден. Спасибо тебе, Антоха. Распаковал. От души, брателла. Начало положено. Коготок от мыши. Уже можно приобрести. Спасибо. Так, нам нужно что? Нам нужно, не мудрство и лукаво, уменьшить наше изображение до нужного нам. 100 на 70 у нас, ну, пусть у нас будет 72 высота. На 108 по месту я чуть-чуть подожму. Спасибо, Антон. И переводим все это, естественно, в цветовое пространство ЦМИК. Потому что у нас это дело будет печататься полиграфически, а не отображаться на мониторе. И сейчас мы все это дело пересохраним. Импортим. Это у нас в Йорке. Что-то не нравится мне, как музыка начинает прерываться на секундочку, потому что все у меня завязано через раутер, который питается от злобного пилота, который любит вырубаться. Как бы еще раз разрыва не было, я буду очень огорчен. Так, это у нас фотошопники. Где у нас тифы? Ура. Картинка куплена. По-честному почти. С платника депозит фото. Скрытая реклама депозит фото. Ну да ладно. Очень хороший ресурс. Где можно приобрести интересующие вещи, видео, графику и так далее. Power Clip как эффект.
Штука хорошая, многие его ругают. По крайней мере, в поверклипы, ну, не знаю, как сейчас машины себя ведут. Раньше их... Так, стоп, 720 у меня будет, кстати. Дай-ка я сразу заверстаю все это. Не понимали, или понимали, но могли печатать с ошибками фотонаборные аппараты. Как CTP сейчас принтеры работают. В этом плане не знаю, но в любом случае в поверклипах не поддерживалось все это дело. Вставлять, можно было вызвать ошибку при выводе пленок, соответственно запороть и пленки, а потом, если не заметить, запороть и тираж. Был у меня такой косяк в моей практике. Так, по 2 мм у нас вылет за обрез, это 104 на 74. Соответственно, и картинку мы... Неохота мне ее пересохранять. Здесь ее вытяну. Но! Сколько вот верстал, спускал с типографии сами тиражи в последнее время, нареканий не было на поверклип. Вообще, они, по идее, нужно здесь растрировать его внутри уже файла, делать это все единым целым. Чтобы этого эффекта у нас не принималось. Так, что бы тут зарезать? Да ничего тут не зарежешь. Так, наверное, мы сделаем. И не забываем сохраняться периодически. Как же тебе помню-то сделать-то? Чего у нас там зарежется? Вот так у нас зарежется. Ну ладно. И не попишешь ничего. Не хотелось бы зарезать голову еще сильнее. 2 миллиметра вылезет за обрез. Ладно, они и так зарезаны. Будем считать, что так и надо. Ничего тут не придумаешь. Так, что он там у нас, 20-20. Половина шрифтов у меня не подключена. В частности, не подключен мой вездесущий DynPro. Bebas, наверное, тоже не подключен. Так,
проехал. БЦД. Вон он. Все семейство. Так, это, наверное, можно уже закрыть. Да, наверное, и вот это можно закрыть. Что мне еще отсюда будет нужно? Рудничок. Шкнем наше любимое Ctrl-F4. Время летит жуть. Ну что, на 20-й календарь. Так вот, пусть это у нас будет. Так, и не забываем про отступ. Так, это у нас 2. 5 миллиметров до значенных объектов. В хорошем тоне. Никто не отменял. Хорошо бы, конечно, дать сюда кантик черненький. Рыбное мясо, не сало, пусть будет 0,2. На ПБ с фасадом мы закончили, с лицевой стороной. Единственное, можно попробовать еще сделать вот так.
Ну, вот как-то вот так. Так, теперь фончик. Фончик тоже по-хорошему сюда надо вытащить. Уменьшенный. Теперь его найти бы еще. А у меня готового его нет. Сейчас будем готовить. Это дело у нас все в плакатах. Плакат сейчас будет дот открываться. Ничего мне больше отсюда не нужно. Было бы нет. Делаем новый слой, заливаем его беленьким. Быстрое сочетание вызова. Окошко заливки, Shift F5. На сколько процентов у меня уже, интересно. %933. А быстрое окно вызова параметров изображений. Ctrl Alt E. Это к сведению. Ой, пардон. Так, а что у нас получилось? Ширина, ну пусть так и будет пока, и там я его подрежу по месту. Так, этот снег. Это у нас календарь. Тихо. Он нормальник, пусть будет обзываться. Стопы. Слои бы, наверное, все-таки свел. Слои сводятся. Выделением их в докере и быстрым сочетанием Ctrl-E. Для тех, кто не знает или не пользует клавиатурное сокращение. Нет, у меня тут слоев, не надо мне ля-ля.
телефон, карманник. И сделаем мы его размером 104 в ширину нашего обрезного размера. Отравняем по верху, по левому краю кнопочками T и L. Это уже клавиатурные сокращения Corel. А вот тут я лоханулся, потому что я не увеличил размер. Нашего поверклипа. Вообще можно прибить его к чертям собачьим. Так, из центра 104 на 74. Во. Все тут ровно. Ну и варварски обрежем лишнее нашем изображении, чтобы оно нам размер файла не увеличивало и не болталось тут в поверклипе. Так не пойми что. Эту штучку тоже можно будет потом уменьшить. В смысле растрировать ее здесь же внутри в Corel, потому что я ее уменьшил. И уменьшил разрешение у нас аж 1033. Corel уменьшает. С учетом разрешения и пропорций. Ну и собственно расставлять сами сетки сейчас будем корячиться. Январь. Как вообще у нас все это дело себя ведет? Может, придется шрифтик менять. Может, еще что. Габаритный прямоугольник у нас тут 15. Я бы, наверное, сделал даже его 14. Дайте подумать. Не хочется мне делать сетку новую. Хочу бей. И прям совсем не хочется ее верстать. Наверное, надо жирненький. Да и вообще все жирненький. Потому что мелко.
Так, что у нас тут? Ой, вытаскиваю направляющий, у меня же уже есть. Вот двойной прожим сейчас был мышки, видите, выделилось. В смысле того, что перешло в режим вращения направляющая, это делается при двойном нажатии имени левой клавиши мыши. Ну, сейчас он у меня и прожал два раза мышка сама. Так, раз, два, раз, два, три, четыре, пять. Вот наши габариты. И, соответственно, здесь. Это мы пока стащим. Так, это в группе. Или оставить сверху. Я уж даже и не знаю. Обожаю выделять полосочки. Хлебом мне корми, дай повыделять. Куда ты? Вернись, я все прощу. Так, сколько у меня везде? Везде у меня по 5 столбцов. Все правильно. Например, вот так, если это у нас будет смотреться. Вот могу тоньше. Блин, я вообще все разгруппировал. Облом. Ладно.
Привет, Сереж. Да, календарь клепим заказные. Новый скоро, как ни странно, 2020 год. И календариков будет все больше и больше сейчас, скорее всего, в заказах. Что не может не радовать, я бы сказал. Как поживаешь, Сереж, рассказывай. Как твои проекты? Все бы ничего. 5.034 у нас высота шрифта, а здесь 5.128. Ну, в принципе, в пределах. Так, эту штуку мы пока закрепим. Так, а в ширину у нас это 14.165. Давайте-ка чатик пока перенесу. Потому что интересует меня преобразование. Меньше. И меньше на сколько? Да, ну хорошо, квалификации с программистом, ты где-то что-то это учишься, обучаешься. Если повышать квалификацию, прозвучала тема. Так, 85 минус 8 у нас будет 77. Много. Но учиться никогда не поздно. Повышать свои квалификации и свои знания — дело хорошее. А чего программишь? Ну, в смысле того, что на чем, подо что и для чего. Так. Того это у нас вот так вот получается. Если я это дело загоню вниз, что у нас там остается? Ничего хорошего. Тик.
Ясно, слышу. А где используется? Ну, в смысле, под проект на оси, что там у тебя будет? Кинематика всякое, движение? Сделать-то. Да никак. Сначала сделать все под одного ребенка, потом их тупо вытянуть. Да и все. Я бы сказал так, наверное. Как у нас все это дело смотрится, ну, вообще без направляющих. Ну понятно, слышу. Сейчас посмотрим на вариант второй. Как это у нас будет смотреться без сетки. Я сделаю финт ушами. Наверное, вот такой. Сначала дело все вырежу. Ой, а почему он у меня... А, у меня закреплен объект. Ой, дурачок Саня. Саня дурачок. Вот. Сейчас будет финт ушами с выделением того, что мне нужно. Так, выделить, найти сначала надо. Тоже неплохо без сетки, только их надо разносить тогда друг от дружки подальше. Однозначно. Наверное, так и сделать. Возвращаем наш фильм ушами. Так, это у нас пусть пока побудет где-нибудь в стороне. Это дело мы сейчас будем уменьшать. Основные месяцы 12,8 на 20, почти 3. Ладно. Или сразу делать все без сетки.
Надо сделать это вот так. Пусть у нас это дело все лежит на второй странице, чтобы это у нас не прорисовывалось. Не напрягало. По сути, наш комп. Как-то так. А теперь не поняла. А, поняла. Поняла, почему он так у меня делает. Я хочу выделить весь текст. Он не дает, потому что в область захвата попадают элементы вот эти графические. Где-то еще. Нет? Странно. Ладно. Мне бы с удовольствием до 10 часов по Москве все это успеть сделать, чтобы добежать до магаза, который работает до 11. Антоха стримит там, наверное, сейчас еще. Куда-то он забегал тут, торчал и убежал. Он там ведьмака катает. Дам я инфу, которую лучше не давать. Не отгоняет себя потенциального зрителя. Ну да ладно. Так, и сделаем мы как? Алкстрим у кого? Пять, 4,6. Шесть и 17. Не, причем не палим контору. Я за другое, то что я говорю, что сейчас у Антона стрим параллельно идет с моим. Но этим я его стрим, в смысле, мой стрим может быть заменен его стримом. Зрители, которые сейчас смотрят. Туда зайдете, кто-нибудь, ты сейчас туда зайдешь, Серёха, там останешься у него на Ведьмаке, скажешь, там интересней, чем тут смотреть мою верстку, короче. Так, ну как-то так.
А насчет алкостримов, я не знаю, какой в этом кайф и что стримить алкогольного. Я понимаю, если кто-нибудь там выгонял что-нибудь горючее где-нибудь на кухне, на каком-нибудь суперинтересном колхозном устройстве. Тогда был бы производственный алкострим. А так-то. Так. Я знаю, что я еще потом сюда добавлю. Ой. Не туда ткнул пальцем. Чуть все не сломал. Что мы имеем? Так, тут у меня с чем? Тут у меня они с сетками. Смело это дело отсюда сносим. Так, мне надо закрепить. Пока. Февраль, март. Апрель. Иди сюда. Блин, что ж так хрючит мышь? Зараза. Через одно место, конечно, все получается. Ну, сейчас все равно подгоним, потом все приведем к единому знаменателю, в общем. Сколько он у нас? 12 на 6,60. Нет, пропорционально, значит, надо уменьшать, наверное. Как-то вот так. Попадает? Не попадает.
Сутки. Вроде ровно. Итого, мы имеем вот это значение, которое мы сейчас дадим вот сюда. Должно сработать. Блин. Блин, блинский. Как-то так. Так, 6. И... А вниз. Ну даже как. Ладно. Нам сейчас главное все это дело разместить на одинаковых расстояниях. Чтобы удобнее нам было с этими прямоугольниками габаритными работать. А это его в сторонку. Иди сюда. Все это может быть делается не оптимально, но я никуда не тороплюсь. Привет, Сереж. Спасибо тебе будет за твой лайк. Как поживаешь? Как что лучше сделать-то? Раз, два, три. Далеко. Smile, love the sunshine, brings the light. Fill me out
А в деревне что там? Тоже по этим. На картофельные земляные работы. По работе-то понятно. Оно, в принципе, и ладно. Лучше по работе, чем без работы. Если командировки, я имею в виду. Так, июнь, нет, все правильно. И июль. Как ни странно, август. Сентябрь. Октябрь, ноябрь. Так, что-то уже вырисовывается. Это хорошо. Теперь вот это дело можно нам сносить. В силу того, что мы это дело уже упорядочили и вывели в нужные нам размеры. В смысле отступы расстояния. Сейчас будем какую-нибудь красоту допиливать. Не, ну, это хороший отдых в деревне, когда, Серега, когда, если без картофельных земляных работ, всяческого рода, напряжных вещей, оного вида. Чего-то не хватает. Это можно сделать, конечно, чуть-чуть поаккуратнее полоску. Так, нафиг. Дабстеп, но не люблю я дабстеп. Перемотаю его чуть-чуть. Хватает.
Хорошо, Сереж, давай, столько непросмотренного. Да, я видел, что Макс выложил стрим, но я его не пропускал. Я сидел, модерил, естественно. Но... Посмотри, зайди, интересно было. Спасибо, что заходил, Сереж, приходи еще. Всегда рад. Вот. Это уже чуть-чуть меняет дело. Опять мне нужно 0,1 миллиметр шаг. 3, 4, 5, 6. А вниз 8-9. Так, если мы сделаем ему 5, еще она нападаст. Офигово. Так. Ну и вряд ли, конечно, мы сейчас посмотрим, проканает это или нет. Вот здесь поразделивочку я еще поставил между полугодиями. Ями полугодий ями. Слишком, наверное, полосато сейчас будет. Да. Или что-то незавершённо. Тогда поворачивать вот так вот. Как вариант. Сейчас посмотреть, потом отравнять. Этого у нас тут не будет. В смысле прямоугольника. Тут будет текст. А пусть это будет у нас вариант 1, вариант 2. Я сделаю финтушами. Сейчас я все это дело выровняю.
есть. И тут, соответственно, только немножко не так. Это мы отравняем вот от этого по правому краю. И подгоним это дело под направляющую. О как. Ну, пусть останется. Так, небольшой перерывчик. Я вас запрошу, надо прерваться. Скоро приду.
Так, небольшой перекур подошел к концу. Теперь выходные данные. Выходные данные у нас с поправкой. И они у нас уже есть в квартальнике, эскиз которого я уже отправлял заказчику на посмотреть. Ждем его успешного открытия. Тут тоже будут правки в квартальнике. Правки здесь следующего образа. Вот это дело у нас идет с кавычками. И запросил заказчик добавить сайт. Скрою я пока свою электроночку. Должна она сейчас скрыться, потому что сайт у меня в письме от заказчика. Скопировал. Теперь посмотрим, как все это дело у нас садится в наше габаритное полюшко. Чуть я чую, совсем тут мелко сейчас будет. А может быть и нет. Что-то с тобой придумать. А, еще у нас было порядок телефонов. По-моему, в письме. Еще раз я экран скрою. Приемная регистратура, лаборатория, горячие линии. Да будет так. Приемные
Регистратура. Лаборатория. Горячие линии. И ту кнопку жмахнул. Руки крыки. Вот так. Так, и, наверное, вот это дело мы делаем чутка потише. Нет, по месту надо. Так, в одну строчку у нас это дело не расползется, интересно. Просится это вот так вот сделать. Еще сильно ложил будет. Да не особо. Вот это я бы, наверное, сделал еще потише. И так вот. Так. И уже чего-то вырисовывается. Ну, плюс-минус километр, ладно. Тоже мое перфекто. Не стрелять же с этого. Вот так. Так, значит, даже хорошо. Пусть остается раз. Теперь я хотел уменьшить вот эти вот фитюльки. Сделать ее он, допустим, 2,5. Что нам даст? Ой, только с центра, пожалуйста. Аккуратнее, то они совсем залипухи.
Так, что с музыкой? С музыкой у нас закончилось. Напугало. Думал, опять оборвалась сеть. Так, 2,3. И тут 2,3. Так, и чего-то я еще хотел. Прям хотел. А, вот написать-то, господи, господи. Сюда. Или вот так. Тогда пожирнее. Много. О. И видно, и не видно. И фончик не закрывают. Особо своей заливкой. Все снизу черного главное, да? Хорошо. Это у нас вариант номер раз. Эти сетки нам уже не нужны. И вариант номер два. Ай-яй-яй. Ладно. Ай-яй-яй, потому что у меня закреплен фон. Разблокировать. Вариант номер два я хотел сделать без вот этих вот полосок. Соответственно, подразогнать на чуть-чуть, на чуть-чуть составляет миллиметр. Ну так и оставим. Так, теперь все это дело мы загоняем в группу. Не извратимся, еще раз загоним это в коверклип для того, чтобы заказчик на предпросмотре видел, так как это будет после обрезки. А после обрезки это будет ровные 100 на 70. С радиусом скругления.
5 мм. Радиус скругления мне, кстати, типография так и не прислала, сколько у них углорез по радиусу. Что не есть гуд. Выравниваю я с клавиатуры сейчас, нажимаю C и E, соответственно, то есть C у нас выравнивает первый объект относительно второго по центру вертикальному, E по центру горизонтальному. Очень удобно, могу вам сказать. Это штатные настройки выравнивания корловские. Макаю я их уже не задумываясь и в принципе не глядя на клавиатуру, потому что в Короле работаю постоянно и уже много лет. Не один десяток, я могу сказать. Так, кликантики, наверное, убрать. Вот так. Не, нифига. Сделать их потоньше, но чтобы было видно. Вот так. Все, готово. Два варианта оборота, один вариант лица. С лицом у нас все было решено с заказчиком уже. Дело было только в сетке оборота. Экспортируем, и буду я это дело в скором времени отправлять. Но отправлять я это буду еще, скорее всего, с каким-то одним, а то и двумя макетами, которые сегодня же, скорее всего, один из них и заверстаю. Не знаю, будет стрим или нет по ним, но скорее всего буду стримить. Это будет уже ночь по Москве. Но все равно можно будет посмотреть в записи, можно будет посмотреть полуношником не в записи. Так, экспортим мы это дело KMX Data. Рабочие. Тендеры, Магадан. Календарь. Это у нас будет в JPEG. В JPEG. Ну. Как бы тебя обозвать-то? Очень интересно. У меня окошко свернулось. Не свернулось, а уменьшилось. Так, и теперь я все это дело экспортирую по одной. Опять сейчас меня сдернет окно. Нет, не сдернул. Значит, мышка глючит.
включит, как хочет. В чем дело? Почему он мне, или я не выбрал ему? Ну, конечно, только выбрал мне. Ого, то что надо. И соответственно у нас карманный оборот 1 и будет у нас оборот 2. В общем, как-то так. Уложился я во время свое. Успею я сейчас добежать до магаза. Прибегу и сяду готовить, верстать. Следующий, скорее всего, будет один из еврофлайеров. Наберу на него исходники. Начну верстать, запущусь, наверное, в стрим. Тоже будет интересная разработка. Кому интересно, следите. На этом... этот стримчик я завершаю. И этот этап рабочий. Видео разорванное я скачаю, объединю, потом выложу полностью видос этот. Потому что был обрыв связи у меня. И YouTube разорвал этот стрим на 2 видоса, что не очень хорошо. Всем пока, кто с нами был. За мной. Приходите, всегда рад.